народ! На связи любитель отделок и видеоигру Геймбрейн! Меня зовут Олег, и сегодня мы с вами продолжим проходить этих накачанных парней в кожаных трусах. Да, мы будем проходить Бэтмена Arkham City, йоу-йоу. Да, все, погнали! Я свяжусь с тобой позже. Появилось еще одно дело. Привет, Бэтмен! Я знаю, что ты меня слышишь. Не вовремя я тебя застал, да? Просто беспокоился, и просто я думал, что беспокоился за меня. Посмотри-ка на свою подружку, которая, как видишь, может лишиться красивой головки и мозгов, которые я сбрызгаю в объектив камеры. Не слушай его, любимый. Пусть сдохнет. Как романтично. Проблема в том, что никогда еще не чувствовал себя так хорошо. А меня ты в покое не оставишь, верно? Верно? Так, что, слушай внимательно, Бэтмен. Сейчас устрою тебе небольшое представление. Сногсшибательное. С красной кровавой дорожкой. Но ты поторопись. Если задержишься, исполнится главные роли, найдут мертвых в гримерке. Мы еще посмотрим. Зеленая это башка. Кто тут еще? Всем воздушным подразделениям прикрыть огонь и немедленно вернуться на базу. Повторяю, немедленно возвращайтесь на базу. Ой, слишком много этих на квадратный метр. Тебе не кажется? Как-то их слишком много, а подумаешь, всего лишь жалкий театр. А тут уже целая армия нахер. Что за бред? Брат! Get up, Bats! Вставай, Bats! Хотя дерьмово ты выглядишь. Как это так вообще понимать? Что? Чисто по стелсу должен зачистить жизнь, я не знаю. Да, это же какая-то невыполнимая миссия. Так, окей, оба. Нужно побыстрее как-то. Побыстрее и потише желательно. Так, нужна сама тишина. Сама тишина в этом мире. Нет, пацаны, отстаньте. До скорой встречи, пока. Чё ты прощаешься со мной, а? Иди нахер. Эй! Как они это делают, мать твою? Что за магия? Что это за магия? Чтоб ты сдох. Ты что? Ты что такое делаешь? Забрать лекарство у Джокера, помешать ему стать бессмертным. Так, окей. Значит, первого будем убивать, удушать, так сказать, приласкивать будем самого дальнего. Потом, по мере поступления задачи, мы решим, кого херачить дальше. Нахер, беги, бац! Иди нахер. Брат, ты что такое делаешь? Вечер примеры, Бэтмен, чего ты мешкаешься? Тащи сюда свою крупную попку в театр, живо! И правда, Бэтс. Как они это делают? Как они меня находят? Я не понимаю. Что за дресня оленя? Что за бред? Я не понимаю, куда мне бежать? Куда мне скрыть? Как мне скрыться? Одно попадание, я сдох. Чё, бля?
Чё за херня? Разве ты не должен был на ногах пытаться остановить меня? Так, алло, ух ты, тварина. Что ты делаешь, мать твою? Я не понимаю, так хватит уже загружать эту херню. Так, окей. Я... В данный момент я не понимаю ничего. Как, каким макаром и почему я должен останавливать их. Их здесь как минимум, я не знаю, человек 10. Сколько их? Раз, два. Еще и один там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять нахер. Ладно, самым умным решением будет устранить самого низкого. Где ты, Бэтмен? А? Дон пропал. Ладно, значит, единственный выход — это максимальная тишина. До скорой встречи, пока! Так, нужно, чтобы этот самый низкий не смотрел. Не смотрел в ту сторону! Я не знаю, как это происходит? Что? Что? Чё? Какого хера? Что происходит, мать твою? Я ж бог в этой игре! Но меня херачат какие-то заключенные. Как они это? Как они это делают? Самый низкий. Где же ты, Бэтмен? Понял. Потихоньку все начинает получаться. Только потихоньку. Погнал туда. Желательно в быстром темпе. Окей. Так, все, нам не страшны ничего. Нам не страшны эти невзгоды. Да, вот это грубость, Бэтмен. Я организовал такую заявленную программу в кинотеатре, а ты до сих пор не явился. Я уже думал спускаться, а тут такое. Ладненько. Ну что, мой сладенький? Come to me, my little friends. Hello. Ooh, Batman. Что? Bye. А тихо. Алло. А там это ж, там же была Талия. Ушел. Как это? Да, там был Джокер Италия, нихера. Ну где же ты, Бэтмен? The end.
Скорее, занимай свое место, Бэтмен! Вот, вот представление, вот, вот начнется. Давай это обсудим. Теперь ты решил обсуждать? Слишком поздно, Бэтмен. Дай мне лекарство! Лекарство ты уже получил. Талия, нет! Талия, ты шо? А, да как ты смеешь, слышишь? Проблема решена. Тебе не нужно было. Почему? Ты не мог это делать. У меня все получилось. Выбор всегда есть. Ты должна... Харли Квинн украла его. Я забрала его, чтобы ты мог вылечиться. Все. Сюрприз! О, мистер Джей, вы так прекрасно выглядите. Так, так, тайна вечного детектива в мире, нужно оставить ее на виду, чтобы он никогда не смог ее прямо у него под носом и ждать. Ага, Джокер хочет, чтобы мы думали, что он болен, а потом бац! Попались! Ты попался на старый трюк с фальшивым Джокером, Бэтмен. Талия! Прости, любимый. Я не знал. Браво! Биц! Еще! Браво! Это был не ты. Но всегда. Иногда. Сперва с толку, правда. На твоем месте я бы очень хотел понять, что это происходит. Что же происходит? Скажем так, подобные в наши времена очень важно не терять лица. Но сначала, будь так любезен, дай мне мое лекарство. Ах ты, я так и знал, что это глиноликий. Только сегодня замечательная... Вышествие покорного слуги, чертовски искусное, должно сказать. Простите за нескольное представление вам, леди представляю вам, леди и джентльмены, глиноликого. Почему ты здесь, Карло? Зачем связался с Джокером? Все просто. Лучше герой жизни. Последний шанс. Не грусти, Бэтс. Последний акт только начинается. Ведь он только ферирен. Опа. Нужно его забросить этим. Липучками. Ой-ой-ой. Нет, неправильно все. Да-да-да. А, тихо. Забрасывай! О! Ебатый шар! Что за футбольный мячик? Ага. Ага. Расскажешь. Да забрасывай его, Бэт! О! Тихо. Тихо. Слишком мало жизней! Тихо, беги, 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 беги. Ха, ля ты лох. А, что, 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 что? Разве ты не сдох? Ага. Что ты делаешь? Какого черта ты творишь, Бэтс? На! Покромсал! Что за вальс? Что за вальс, брат? Ты должен был убить Бэтмена! Забыл уже? Эй, отстань! Как опять тебя в грязи! Ага,
Беги! Придурок! Что ты творишь, мать твою? Да, господи, ты такой вальс танцуешь, что просто мама родная. Ай! Так, тихо. Я не понимаю, куда мне этот. О! Тихо! Ага! Лятый олень. Так, хватит, Вальс, танцевать, не танцуй, Вальс! Не надо, не надо, не надо, забрасывай его, Бэтмен! Не стой и стуканом! Ой, все. Кромсай его, Бэт, давай! Порубаем на кусочечки! Тара-тара-тара-тара, из-за тебя я опоздаю в спа-салон! Полагаю, больше нет девчонок, которых тебе нужно спасать. О, прости, слишком рано. Смена декораций. Поможем унять боль. Ух, меч! Мать твою! Меч! Ох. Удачи на твоей стороне, Бэтс. Сегодня. Фух. Я-то думал, уже мечом порешат нас. А нет. Вот это геймплей за Бэтмена с этим. Прикольно. Идите нахер. Так, хорошо. Окей, тихо. Спокойно, кромсаем потихонечку, полигонечку. Накрамсываем. Капец, как этот, как легко драться с этими, когда у тебя меч в руках. Бэт, может, тебе нужен меч? Кому нужен? А, ну хотя он же этот, он же не сможет их так же кромсать, как и сейчас. Зато он и использует другие методы, кулаки свои. Потому что так-то и кромсать их легко, но... Тогда они будут умирать. Ну, а этих не жалко, потому что они просто воплощение этой твари. А можно его как бы этот бить? Сколько его кромсает? Подожди. Ага, все, я понял. Я, видимо, понял. Ага. Так, типа? Так, окей, это может кончиться плохо. Это может кончиться очень плохо, потому что я не могу видеть, когда уворачиваться. Так, погодь. Кидай. Ага, так, все. Тихо, это фатально. Так, сейчас очень опасно. Сейчас очень опасно. Так, следить жестко. Следить жестко. Жестко следить, 5. Окей, все. Тихо, спокойно. Ныряй к нему в рот, Бэт. Беги. Я так и знал, что ты нырнешь туда. Схавал. Изнутри просто выколол. Нормально. На чем у тебя меч держится, брат? Ой. Половину. Спокойно. Остальную половину Джокеру. С дороги, Бэтмен! У меня свидание с бессмертием!
твое бессмертие с грязью перемешалось. Теперь никому уже это яма Лазарева не достанется. Лекарство, скорее! Чего же ты ждешь? Давай! Я убил твою подружку и отравил Готэм. А ведь еще только утро. Все мы знаем, что ты спасешь меня. Каждый твой поступок заканчивается смертельным и горем. Люди умирают. Я оставляю тебя, останавливаю тебя. Ты бежишь и начинаешь все заново. Я думаю, это фольменная фраза. Нет! Теперь ты рад? Хочешь знать кое-что смешное? Даже после всего, что ты сделал, я бы все равно тебя спас. Это на самом деле... На самом деле... Очень смешно. Все так и случилось, как нам сказал Джокер в церкви, что когда-то один из них будет дружать другого на своих руках и думать, что же делать теперь. Так и случилось. И, к сожалению, игра закончилась так же, как она началась, с Харткины, где человек несет другого человека, мертвого. Это два братья Адама и Евы. Я не помню, как их зовут. Они тоже, в общем, убили друг друга. Ну, один убил другого. Да. Вот. Да. Бэтмена... Мы с вами finish him to Batman Arkham City. Да. Что сказать? Игра просто, она, я не знаю, она великолепна. Так же, как и предыдущая часть и следующая часть, как и Batman Arkham Origins даже. Возможно, я ее после этого пройду. У нас еще впереди дополнение, да. Да-да-да. Дополнение у нас еще. В общем, что сказать? Игра мне очень нравится. Это одна из моих любимых игр. Самая моя любимая серия игр — это Batman Arkham Asylum. Я открыто тебе об этом заявляю. Я не знаю, у меня нет слов, чтобы просто передать, как эта игра великолепна, как великолепна атмосфера игры и вообще геймплей ее, какой он классный, какой сюжет хороший. Это даже словами не передать, да. Ну, тут нужно только вот посмотреть, почувствовать и самому поиграть, да. Ну, а на этом, друзья мои дорогие, мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, другие костюмы Бэтмена, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал,
Опа. Так, не понял. Шо-шо? Шо-шо-шо-шо? Пора забрать свои вещи и покинуть этот город. Что? Ладно. Все, на этом прекраснейшем моменте мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А мы увидимся с вами в следующей серии. Всем аливидерчи.